Чаки решил поменять себе шубу. Старая шуба у него уже линяет, но растет новая, шелковистая и пушистая. И он очень радуется, когда его снимают, потому что он знает, что он уже герой Ютуба. Он даже вам улыбается через решетку. Почему через решетку? Потому что это мы находимся в решетке, а он видит вас через свой внутренний мир. Не верите? Сядьте в его будку, и тогда вы со мной согласитесь. Очень рад, что вы понимаете мое чувство юмора.